Ребята, всем привет! Всем привет! Короче, у нас сегодня на улице, чтобы вы понимали, в теньке 36 градусов. На солнце я даже боюсь предположить, сколько. 50. Я, наверное, все-таки, да. Еще зайка меня забрал с работы. У меня на работе так жарко. Это капец, а тут кондишн. Это классно. Аж слезы чуть не пошли, когда села в этот самый в машину с кондиционером. Боже, как хорошо. Короче, мы сейчас приехали в магазин. Сейчас пойдем, посмотрим, может, что там еще на море нужно. И знаете, что мы увидели здесь есть? Оп, вроде машинка, девятка, да? Смотрите, она разукрашена. Сейчас выйду, покажу поближе. Так классно, так красиво. Такая более как в тюнинге. Круто, да? Такая девушка, типа ангел. Круто, да? И ангельские глазки, все, и бампер. А, зая, это круто. А, авторские права. Ты шо? О, да. Ой, горячим. Уже. Так. Все, начинается родина, да? Да-д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 а-
бы флешка, но вот там вот, да. Но она на сколько там, боже? На 8, на 4? На 4 была. На 4. Почему-то родная, которая здесь стояла, ну и уже 4 года, 3. 3 или 4 года. Что тут с ней случилось? Она взяла и глюкнула, просто ее выкинуть. Ага. Ну это же понятно, что время свое берет. Ну взяли на 32, 10 класса. Хорошая флешка должна быть. Открывай давай и всовывай ее. Хотел Samsung взять, а Samsung нет. Давай, класс, класс. Все поели. Класс. Да. Ага. Давай. Вот, отлично. Теперь будет нормальная хлешечка. Хлешечка. Что ты все повысовывал? Дай. Все это домой. Все пока гарантия не закончится, домой. А потом на мусорку. Ага. Да давай я его сейчас засуну назад. Вот тоже. Новенькая. 3 гигабайта, держи. Ага. Кстати, надо было туда ее сунуть. Вот. Да сейчас сделаю. О! Оце воно. Оце воно. Оце діло. Мяу. Что ты мне этот самый делаешь? Карусель. Регистратор на месте. А ну, флешка нормально все будет? А ну, врубай. Что ты это робишь? Что, кофе пьешь? На 5 часов 16 минут. Хватит записи. Ё-моё. Классно? Классно. 5 часов 16 минут. А потом пойдет по кругу? Ну да, да. А потом будет по кругу. Ну, циклическая запись стоит. Круто. Да, я там на 3 минуты выставил, она будет на 5 выставить. Я раньше всегда на 5 выставлял. И это нам хватит практически на всю дорогу? Ну, на всю дорогу? В смысле практически? Но там не, ну да, если 6, плохая там, дорога будет. Там то... на часа полтора будет больше, но как раз то, что мы выедем по темному, будем 5 ехать. 5,5 часов. Все вообще круто. Приятного аппетита тебе вообще-то. Спасибо. Ой. Вот видите, он взял кофе, пьет его в жару, а здесь еще куча ему кушать. Ты... Троглодит. Так, что еще, кстати, да. Короче, мы сейчас взяли подкрепиться, сейчас подкрепимся. Редбульчика взяли на завтра в дорогу себе, заморозим да. его. Ну как заморозим? Охладим. Да. И у меня. Мы сейчас подкрепимся и поедем, короче, для вас снимать видосик на основной канал. Да. Пойдем, сделаем, все, что сделаем, потом покажем. Да. Нам приятного аппетита, потом встретимся. О, ребята, смотрите, какая красота. Надо встать, фоткать. Вот. Реально красота. А, откройте меня. Откройте, включи аварийку. Боже, красотища. Вылазь. Невероятно да. красиво. Красота. Я представляю, когда на мост сейчас за себе ехать, да? Поехали на мост. Главное не спешить, все хорошо, ты на своем да почему? Месте. Ну а наш идет. Я говорю, да. Это сам, по своему, как ты говорил, вольяжно, пешеходному месту, да. да. Все правильно. И виляет своим местом. А вдруг ты поведешься? А, ну да. А вдруг ты ей скажешь, девушка, не надо так спешить, садись ко мне. А если бы я был на москвиче, она быстро перебежала, да? Возможно. Так, где там та красота? Ой! Ой, вот так. А что оно? Оно аж оранжевое с розовым каким-то. Нет, да? оно розовое. А что оно такое красивое? Эй, деревья. Эй,
девятиэтажка. Мы, короче, только что все поделали, сделали скворечник. Да, потом покажем завтра. Да. Завтра уже, когда повесим, уже покажем. А сейчас поедем, скупнемся, потому что полностью все в опилках. И вообще жарко, и хочется покупаться. Да. Хочется поплавать. Ребята, всем привет. Привет. Играть. Из плюс, я не знаю, скольки. 34 на солнышке. Ой, на солнце в теньке. 36 в теньке, а на солнце 51. Через 200. Прекрасно. Железнодорожный переезд. А что она нам нявкает? Впереди железнодорожный переезд. А что она включена? А что надо? Ну пока не надо. То будет нявкать и нявкать сейчас. Короче, у нас последний день перед выездом на море. И за сегодня нужно очень многое успеть, очень многое сделать. Зайка меня забрал с работы, сейчас поехали, сполоснули машину, там коврики, ну там такое, чтобы было комфортно ехать. И теперь мы едем по такой жаре в Макдональдс. Куда же еще? Правильно? Выпьем холодненького коктейльчика и будем собирать, ездить по магазинам, покупать все, что нам надо, докупать. И домой собираться. Ну, я уже там нормально собрал, и ты, да? И ты на днях уже сам собрал. Ну да, но там по мелочам вот это вот осталось. Там можно пару футболок положить, там такое, понял? Ну да. Типа как в аптечку вот это вот с собой взять. Снова ты на рюкзак уже достал, послаживал. Блин, туда можно напихать, что хочешь. Наушники влезли, даже непонятно, что они туда влезли. Там место капец. Да. Короче, давай, допивай уже. А то съели по мороженому и на двоих один коктейль. Честно... Так хочется, что тарелку борща хорошего съел. Ну, правда, это ненадолго. Да, оно просто быстро уйдет, но... Язык уже занемел. Да, сильно холодный, понял? Угу. Еще шкандер работает. И смотри. Мурашки, холодно тебе? Да. Короче, понятно. Ну, как-то так. Будет висеть провод. Ну, ничего страшного, господи. Я тоже так думаю. Ничего страшного. Кстати, заметила, что он... Там пару сантиметров натяжка, то есть, и была бы натяжка. Ну, можно было бы наоборот, этот сюда, этот сюда, было бы нормально. А для чего? Чтобы больше висело в ногах? Не. Ну, так хорошо, мне кажется. А ну, все нормально, без разницы. Главное, чтобы ты не там ничего не оторвала. Вот ты же у нас можешь. Давай, допивай, пошли в магазин. А то нам сегодня еще за Тёмиком ехать в другой город. О, пошли. Угу. Нас будут встречать сейчас. Угу. Чем занимаемся? Эту траву убираю с босоножек, а то так колется, это капец. А что у тебя делает трава в босоножках? А ты можешь пойти показать. Да, чтобы у меня тоже была трава в босоножках. Не, ну мы же только что вышли. Короче, нормально. Шуруповерт в руках, саморезы тоже. Короче, вот это вот дерево, и там висит наш скворечник. Вот он. Да, будет далеченько, конечно, видно, но... Миссию свою мы выполнили, сделали его и повесили. Было так, не очень легко туда залазить, правда, но я это сделал. Скворечник повесили, а кому будет интересно, как мы его делали, как мы его вешали, видосик есть на основном канале. Переходите, просматривайте. Ты что, еще не вытрусил? Человек долго. Сюда, блин, позападала, понял? А как ты так лазила, что у тебя куча на зонтах? Я ж там бегала, тебя фоткала, на историю снимала. Туда, пока ты сверлил. Смотри, от жары сдвинулась эта штука. На пятки. Наклейка? Да. Ничего себе. Думаю, она будет переклеить. От жары, прикинь. Все вроде. Ой, не все, вот еще. Вот эти вот штучки, вот эти каляются, капец. Ну давай, пошли уже, бывайся. То есть за Тёмиком еще ехать. Да. Мне в глаз засветило, а тебе? Выедает вы чуть-чуть. Ярко-ярко, да? О, вот так. Ярко и желтенько. Да, и ярко, и желтенько. Короче, мы уже после гаража, мы после того, как повесили скворечник, попали в гараже, взяли некоторые вещи, пришли домой, покушали, наелись, капец. Просто до отпада, а теперь сил нету. Ну а теперь надо ехать за Тёмиком. Да, едем малого забирать от бабушек. А то он, кстати, сегодня сам уже звонил и там... И говорит, папа, мама, вы меня приедете забирать? Смотри. Мотоцикл обгоняет, а Жигуль ему не дает обгонять. А Жигуль обгонял того мотоцикла. Понял? Через весь мост обгонял мотоцикл. Вот.
А этот, видишь, правильно, едет за мотоциклистом. Правильно, так мы едем с скоростью, как положено по мосту. Серёг километриков. Ну, блин, не имется кому-то. Красота. А, ну, сейчас, я думаю, если... Блин, ну, хотя мы не успеем, оно разойдет раньше, как и мы в лес пойдем. Тучки вот так красиво. Угу. И дорога. Очень красиво. Тёма нас ждет, а мы все едем и едем. И никак не доедем. Так, все, у меня история. Вот и Тёма появился. Короче, мы заправились, 42 литра влезло. Ничего себе! Да, сейчас прикольно. Куда выкатал столько? Чё-чё? А вру, ты куда выкатал столько? Да выкатал я нормально, не переживай. Так, я не хочу кондёр. Ну, откроешь окно. Ого, столько гробки кто-то поехал. Первый раз, знаешь, только отбило на 38, и первый раз влезло 4 литра сверху. Ага. Так, серьезно? Он только что прожился, как так? Обычно, ну, отбивает и, ну пару литров, поняла. Их все. Что там? Доступно баллами 2177, а еще в резерве 85. Серьезно? Еще идут, да. Так. Короче, следующее море у нас оплачено это. Да. Все, по нолям сбито. Едем домой. А, еще надо пару вещей вынести будет. Ладно, поехали. Прямо сейчас? Да. Окей. Немного мы с тобой берем, не? Не, нормально. На неделю в самый раз. Ну да, правда, тут покрывало занимают место, полотенце. Вот здесь вот в большом пакете, здесь больше, по большей мере, там покрывало, тапочки, чайник, там две тарелочки. Вот здесь вот полотенце и всякое такое купальное. Здесь набор посуды с немножечко еды. А у тебя что мы купили сюда, макароны взяла? Вот тут они. Все положила, да? Да. Все, колбасу. Мы... А, еще нет, колбасу еще ничего. А мы ее, может, сюда туда положим. В сумку, потом, в холодильник. А там наши вещи. Твои, мои и Тёмины на неделю в один пакетик поместились. В смысле, серьезно? Да. Ну все, хватаем и несем в машину. И машину на стояночку.